Так, перешел я на летнюю резину, на стоковую, которая была 4-дюймовая. Поставил себе новый багажник. Багажник фирмы Topic. Или Topic. Не знаю, как назвать. Выглядит вот так вот, очень широкий. Маркировочка. Написано, что 30 килограмм он выдерживает. Сейчас на нем вот одна сумочка у меня висит. Это с чайной я заказывал. Она, по-моему, литров на 15 или на 20. Она очень маленькая, но нормально. То есть по ногам она не мешает вообще. Да, педаль у меня уходит. Сейчас вообще не достаю очень большое расстояние. Здесь второй у меня сегодня только купил. Специально съездил в Декатлон. Это декатлоновский мешок. 900 рублей. Объемный, литров, по-моему, 25. Он тоже, опять же, нога не достает. То есть все отлично. Пока мне нравится. Молнии спрятаны. Ну, он такой пылью. Пыль на него прилипает. Поэтому, не знаю, посмотрим. Вот такие длинные дуги. Багажник мощный. То есть я на него садился. Вообще все удерживает. Но дорогой. Вот, что еще интересного. Сейчас поставлю. Поставил очень мягкое седло, прям мягкое-примягкое седло, пружинило отлично. Вот это штырь с амортизацией, это Куб, фирма, не помню сколько стоит, что-то в районе 1500, но амортизирует. То есть ехать очень приятно, вообще комфортно, но из-за того, что вилка жесткая, все равно на всех кочках прям в руки отдает. Вот такое летнее обновление велика. И обзор багажника Topic, и обзор сумки из Декатлона.